ребята, поздравляю вас с победой. Раньше у нас была одна команда Shadows, теперь у нас их две. Почему разделились? Ну, во-первых, здесь другой формат. Здесь 4+1. Мы взяли нескольких парней, чтобы попробовать. Вот. Ну, просто решили сделать две команды, разнообразить немножко. А насколько вот для Shadows вообще привычная минька? Ну, у нас многие парни играют в миньку, то есть на досуге. Есть те, которые занимаются минькой, ну, непосредственно совмещают с большим футболом. Вот. Ну, и есть также те, которым приходится приспосабливаться к этому виду футбола. Вот ты каким себя причисляешь? Я играю и в миньку, и в большой футбол. То есть для себя привычен этот формат уже давно. Скажи, пожалуйста, по игре вы уверенно вели, уверенно победили в счете, но почему-то заметно нервничали. В чем причина? Почему? Первая игра, мы хотели начать только с победы, потому что победа – залог успеха в первом матче. Вот. Ну, у нас присутствовал небольшой мандраж, потому что, в принципе, против нас играла очень неплохая команда, парни серьезные, парни подготовленные. Поэтому немного нервничали. А вообще, как оцениваете свои шансы на выход из группы? Я не люблю загадывать, поэтому давайте мы оставим этот вопрос. Хорошо, тогда будем следить за вами и желаем удачи. Спасибо.